Привет, ребята, как бодрость духа? Вы на канале It's My Life, и сегодня у нас обзор высокотехнологичной посылочки с Amazon. Давайте посмотрим, что у нас сегодня. Значит, почему высокотехнологичной? Потому что здесь техническое устройство. Я точно знал, что оно должно прийти сегодня. Я ожидал эту посылку, и, в общем, ну, как обычно, взрыв-пакеты для Сашки. Сашка, лови взрыв-пакеты. Ну, давай потом взорвешь, пока играй. И вот, собственно, наше устройство. Как вы видите, это беспроводные наушники. Называются они... Почему я не вижу, как они называются? А, называются они очень просто. TVS i7 Plus. Ну, как-то так. Просто я забыл название компании. Они пришли от компании Гузгу. Ну, такая интересная компания. А что сделаешь? Такое интересное название. Наушников этих масса на рынке. Поэтому масса названий компаний. Поэтому такое интересное название. Так, ну что у нас с коробкой? Коробка у нас достаточно хорошего картона, но выглядит как-то слегка потертой. Может быть, из-за того, что она во время транспортировки терлась. Но я думаю, что она потерлась не пока ко мне ехала, а гораздо раньше. В общем, задумка черного матового картона была неплохая, но реализация не очень. И, в общем-то, края какие-то все задраны. В общем, на подарок в такой коробке выглядит не очень. Вот. На коробке написано, что это быстрая зарядка, большая батарея, двойные беспроводные, встроенный микрофон, беспроводные наушники с премиальным звуком. Подходят они для всех устройств iOS, Android, Windows. Ну, для всех, которые поддерживают технологию Bluetooth. Это понятно. Значит, пакинг-лист. Написано, что здесь есть наушники, зарядный кейс, резиночки, USB кабель и инструкция. Ну и на обратной стороне есть технические характеристики. Сейчас мы их быстренько прочитаем. Что там за характеристики? Так, значит, в технических характеристиках есть название продукта, которое я вам сказал. 10-15 метров от источника звука можно удалиться. Размеры Hi-Fi спикеров 10 мм. Так, size. Время ожидания 100 часов. Время разговора объявляется как 4 часа. Время прослушивания музыки заявляется 2 часа. Хотя на сайте написано было 3. Как бы интересно, но почему-то час ускакал куда-то. Тип батарейки литий полимерная. Импеданс, но это, я думаю, не знаю, интересно кому-то или нет. Вот, значит, частоты 24 тысячи высоких на 24 низких. Частоты очень хорошие, и они заявляют, что у них очень глубокий бас. Сертифицированные тремя системами CE, FCC и ROHS. Ну что, да, и вот эти значки сертификатов все стоят на коробке. Давайте откроем, посмотрим, что нас ожидает внутри. Так, ну, внутри коробки еще одна коробка. Ага, вот так они откроются. Это получается низ, он тоже какой-то пошарпанный. Верх выглядит более приятно. Открываем. Значит, здесь у нас лежит такая карточка от этой компании с их электронным адресом, с контактами на Фейсбуке. Вот вам видно, если вы можете пойти посмотреть, что они там пишут про себя, как они себя позиционируют. Ну и ссылочку я оставлю все, так сказать, под видео, как обычно. Так, дальше у нас идет инструкция. Сверху она была на китайском, с обратной стороны подписана на английском. И, в общем-то, здесь
Все красиво нарисовано. Ну, это, так сказать, быстрая инструкция по быстрому запуску. Как подключить, как включить, как зарядить, как пользоваться. Так, инструкция разобрались. Ну и теперь, собственно, начинка. Начинка сразу выглядит гораздо приятнее, чем сама коробка. Ну, значит, что мы здесь видим? 4 размера вкладышей от маленького власть до большого. Большой очень хорошо сидит, очень плотненько. Вот вытянул. Вот, значит, видите, большой, маленький. Между ними еще 2 размера. Значит, 4 размера вкладышей есть. Это хорошо. Потом есть вот такой модный кабелечек. Смотрите, какой интересный. Он магнитный. Прикольно сделано, мелочь, а приятно и интересно. С одной стороны микро-USB, с другой стороны пластиночка USB. Оп, и смагнитился. Так, и еще есть вот такой вот адаптер. Мини-USB, USB. Очень интересный адаптер. А, ну типа, если вы будете заряжаться не этим кабельком, а где-то просто у вас, если у вас где-то висит хвост USB-шный. Понятно. Так, ну и достаем, собственно, сами наушники. Они сверху заклеены пленочкой. Вот за пленочку даже поднялась коробочка. Давайте снимем и посмотрим. Очень глянцевая, очень блестящая коробочка. Так, ладно, сейчас мы еще посмотрим. Все, в коробке больше ничего нет. Это просто вкладыш пластиковый, в котором остались у нас лежать наши насадочки резиновые на наушники, амбрашюрки. Так, ложим их в сторону. Ну и вот, собственно, сам девайс. Значит, верхняя коробочка, крышечка коробочки очень глянцевая, очень черная, очень красивая. Сама коробочка матовая. Разъем для зарядки микро, вернее, USB. Так, ну и давайте откроем. Опс. Крышечка получилась даже прозрачная. Когда закрыта она была, этого не было видно. А вот когда я открыл, наушник включился сразу. Видите, горит красным цветом. Красный диодик. И он просвечивается через крышечку. То есть крышечка такая очень хорошо затонированная. Да, диодики горят на 2 наушниках красным цветом. И один моргает синенький на самом боксе, на самом зарядном устройстве, ну, на самом этом пенальчике, на коробочке. Так, сами наушники матовые. Что интересно, что они тоже с установленной на них резиночкой. Они магнитятся, когда ты их ставишь в зарядное устройство. Это очень удобно и интересно. Оп. Садятся. Так, моргать все перестало. Давайте попробуем закрыть и открыть, посмотрим, что будет. Открыли. Ничего не моргает. Попробуем нажать. Тоже ничего не моргает. Ну, в общем, надо почитать инструкцию по включению, и тогда станет понятно, что с ними, как они включаются. Их надо, по всей видимости, привязать к устройству, спарить между собой, и потом, я думаю, они включаться будут автоматически, возможно, когда достаешь. У них нету никаких кнопок, посередине только вот это вот, где логотип нарисован. На одном наушнике оно будет, на главном оно будет реагировать на долгое нажатие. Ну, возможно, они разряжены. Сейчас я их поставлю на зарядочку. А нет, вот загорелся. Загорелся, моргает красным и синим, значит, он готов, так сказать, к спариванию с телефоном. Сейчас я попробую его соединить со своим телефоном. Откроем настройки, откроем Bluetooth. Да, они нашлись.
называются i7 Plus. Вот, и они уже подключены. Окей. Я даже не воздержусь и включу какую-нибудь музыку даже, наверное, да? Интересно услышать, как они звучат. Не знаю, получится ли передать качество звука. Это, конечно, сложно. Боже мой, сразу включилась Siri. В общем, очень интересные наушники. Буквально нежное нажатие на кнопочку включает Siri. То есть они сразу подключились и сразу все подхватили. Вот. Ну, что я могу про них рассказать? Что я знал о них, когда я их покупал. Все, я положил их в коробочку, они сразу замолчали. Вот. Значит, что о них было известно до момента покупки, почему я на них остановился. Ну, купил я их на Amazon, как вы поняли, у них достаточно неплохие отзывы. Отзывов немного. 14 было на тот момент, когда я покупал. И, в общем-то, практически, за исключением одного, все были положительные 5 звезд. Один достану. Вот так вот, чтобы вам было видно. Да? Так, он сразу включился. Давайте выключим. Оп. Веселые наушники, видите, только достал из коробки. И сразу пошел музон. Это прикольно. Вот, значит, они имели очень хорошие отзывы. И они имеют их. Как-то я неудачно сказал, да? Вот, и поэтому... ну, не совсем поэтому. Я начал читать, значит, дальше про них. Я почитал немножко отзывы и начал читать про наушники. Значит, каждый наушник весит 4 грамма, заявляет производитель. И что самое, что интересное, что он заявляет, что вот этот бокс их будет перезаряжать 15-20 раз. То есть этот встроенный аккумулятор на 2000 мАч способен их зарядить 15-20 раз. В отличие от своих конкурентов, эти наушники заряжаются достаточно быстро. Не надо ждать 1,5-2 часа. А производитель заявляет, что они зарядятся за полчаса. Вот. И, что интересно, что также производитель говорит, что вы можете зарядить свой телефон от этого пауэрбэнка, грубо говоря, от этого бокса. Ну, попробуем, проверим, сколько раз, что он сможет зарядить. Вот. Что значит дальше интересного было про них написано? Производитель говорит, что была использована новая технология Lossless HD. То есть эта технология в переводе на русский язык «минимальные потери» называется. Якобы она обеспечивает невероятное качество звука с глубоким басом и с кристально чистыми высокими частотами. Вот. Ну, вот буквально первая композиция, которая включилась, можно сказать, автоматически – это был Джексон, и я скажу, что звучание было очень-очень чистое, очень звонкое. Вот, я позже послушаю, проверю их на басах, на драм-бейс, драм-бас послушаю, послушаю тяжелую музыку и скажу вам, как это все звучит, настолько ли это приятно, насколько они хороши. Вот.
Значит, как я вам сказал, можно их подключить к любому устройству, которое поддерживает технологию Bluetooth. Это неважно, iOS, Android, Windows, то есть к компьютеру, к планшету, к таблету, к чему хотите, можно подключить их. Вот. Работают они с Siri. И, видимо, кто там еще есть, я пользуюсь просто айфоном, наверное, там еще Cortana есть у Windows, да, и еще там у Android тоже свой кто-то есть. То есть они будут поддерживать голосовые вызовы, будут объявлять вам номер звонящего абонента. Вот, то есть все высокотехнологичные фишки, которые можно использовать, здесь присутствуют. Также немаловажным фактором, который послужил для выбора этих наушников, первое, значит, я вам сказал, это то, что они заряжаются очень быстро, полчаса, это очень удобно. Второе, что кейса хватает на 15-20 зарядок, пускай не будет 20, пускай будет 15, это очень много, это не 3-4 зарядки, как другие предлагают. Плюс от этого кейса можно заряжать телефон. Второй очень важный фактор – это их водозащита, то есть противостояние дождю, поту, душу, бассейну и прочему. Защита у них заявлена IPX7, то есть в них можно плавать на глубине до метра. И, собственно, для чего я их покупал, эти наушники? Для того, чтобы когда хожу в LA Fitness, я вам рассказывал уже об этом, я хочу попробовать их там, потому что, ну, у меня есть беспроводные наушники, которые по Bluetooth работают, но которые, тем не менее, с проводами. То есть это Sony с задней душкой, это еще две пары там каких-то других наушников, которые с проводком. Вот. И когда занимаешься бегом или теннисом, это не совсем удобно. Проводок этот мотляется. Вот. А в бассейн я могу ходить только с Sony. Вот. Но они мне тоже не очень нравятся. Они не очень удобно сидят в ушах. Они достаточно большие. Вот. И, в общем, купил я их около года назад на сейле. Тогда в одном из магазинов, как-то он «Автофокус» называется, по-моему, или что, я уже не помню, была рождественская распродажа, и они стояли за полцены. Купился на эти за полцены, типа Sony туда-сюда. Звук в них приятный. Оригинальное приложение, которое они предлагают, типа для коннекта с телефоном, извините, для того, чтобы пользоваться... Извините, ребята, звоночки, отвечу. Hello. Open enrollment for Covered California Obamacare has now begun. Did you... Это позвонил автомат и предлагает медицинскую страховку, что открыта регистрация. Ну вот, нам она не нужна, поэтому мы сразу сбросили этот звонок. Значит, на чем я остановился? По Sony. У них есть оригинальное приложение, которое устанавливается на телефон, и через которое оно тянет все ваши музыки в телефоне, тянет все ваши радио, которые вы слушаете, там, например, Pandora или Spotify, Apple Music. Вот, и вы можете управлять якобы с этого оригинального приложения. Но оно неинтересно абсолютно оформлено, оно не функциональное, в общем, оно мертвое. Поэтому я им и не пользовался. Вот, а просто подключал их по Bluetooth и использовал, так сказать, по назначению. Никаких приложений не использовал. Вот. Но, тем не менее, они не оставили у меня впечатления на 5 звезд. И я решил для зала купить вот эти вот маленькие, попробовать, как с ними будет бегать, как с ними будет плавать. Интересно. Буду тестировать. Значит... Что еще про них интересное можно сказать? Водозащиту я рассказал. Быстрая зарядка. До 20 зарядок. Ну, собственно, наверное, все. Вот такие вот наушнички я заказал и хотел вам про них рассказать. Значит, позже, когда их попробую в действии, в каком-нибудь из видео я... Сделаю пометочку, насколько я доволен,
качеством звука, и звук я уже вижу хороший. Насколько я доволен, скажем так, продолжительностью работы, водозащитой, посмотрим, как они будут плавать, чтобы они не утонули, так сказать, не захлебнулись. Ну, просто в двух словах, где-то в каком-то видео вставлю дополнительный отзыв о них. Все, на этом вроде бы я закончил. Вы были на канале It's My Life. Задавайте вопросы. Ссылочка на наушники будет внизу. Если вы еще не купили себе, но очень хотите, вы можете попробовать повыбирать сами. Можете походить по ссылкам. Я думаю, что... А, кстати, я не сказал о цене. Значит, цена этих наушников $45.99. Грубо говоря, полтинник. Вот. Я думаю, что в принципе вы можете найти такой же аналог и на AliExpress. На AliExpress они будут гораздо дешевле. Вот. Но я предпочитаю пользоваться Amazon и заплатить немножко дороже, потому что с Amazon меньше проблем. Если мне товар не понравился, я могу его тут же отправить обратно. Я могу его использовать в течение месяца и... или там еще сколько-то дней. Ну, на разные товары Amazon устанавливает разные сроки. Если он мне не нравится в течение этого периода, я опять его могу вернуть обратно. И также я могу купить дополнительную гарантию. Вот, например, на эти наушники двухлетняя гарантия стоит $1.01, а четырехлетняя гарантия стоит $2.30. Вот. Что я, собственно, и сделал. Я приобрел четырехлетнюю гарантию защиты, поэтому я не боюсь их утопить в бассейне, в смысле дать им захлебнуться. В любом случае, по этой гарантии будет их ремонтировать либо производитель, либо компания, которая предоставляет гарантию. Компания это называется Square Trade, вот. Как она делает свою гарантию? Значит, она обслуживает следующим образом. Если у вас сломалась вещь и она не может ее починить, она высылает вам аналогичную новую или возвращает деньги. Поэтому, купив вещь за $46, извините, я сказал $45.99 и сказал полтинник, $46, я добавил $2.30 и, в общем, могу с ними делать абсолютно все, что угодно. Использовать их по полной. Вот. Конечно, я не буду их ногами топтать, чтобы поменять на новые. Но если с ними что-то случится, я не боюсь, что я потеряю $46. Это был обзор наушников от компании Guzgu, которые называются, называются TVS i7 Plus. Почему-то их назвали как телефон, не знаю. Так получилось у них. Вот. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Вы были на канале It's My Life. Ставьте ваши пальчики вверх. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Обязательно напишите, что вам не понравилось. Я бы хотел слышать от вас обратную информацию. И делать какие-то выводы, показывать вам что-то другое или рассказывать по-другому. Спасибо за просмотр. До свидания, канал It's My Life. Увидимся. Bye-bye. What you see?